Ты постараешься спасти пленного морпеха. Белла. Обещаю. Обещаю. Если этот тоннель связан с геологической станцией, мы обязательно выберемся по нему за ограждение. Все равно не спешите. Где-то там должен быть выход. Да вашу мать! Заткни свою пасть, дебил! Виноват, но вы видели это дерьмо? Все ко мне. Всем прижаться к левой стене. Не выходите на свет. Прячьтесь за камнями. Продвигайтесь медленно за мной. Они не дураки. Вход в пещеру завален, ксены там не пройдут.
Скорее РЕ-700 с бронемашины. Втроем нам с двумя бронемашинами ни за что не справиться. Да и не нужно. Они, похоже, охраняют пролом в стене. Оружие на предохранителе. Я иду первой. Иди. Себя чувствуешь? Не очень. Мы вытащим из тебя эту тварь. Не надо об этом. Почему? Потому что ты не знаешь, каково мне сейчас. Заткнись и смотри в оба. Один звук из твоей пасти, гад, и завтра в мусорке найдут твои мозги! Если понял, кивни, сволочь! Белла, ложись на стол. Один из этих лицехватов оставил у нее в груди своего ребенка. Надо его извлечь. Но это невозможно. Неправильный ответ. Пожалуйста, 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 поверьте мне. Мы уже пытались извлекать такие эмбрионы. О, Нил, не перебивай его. Пусть скажет. Эмбрион строит из жидкости и питательных веществ хозяина плаценту. Но она не похожа на человеческую. Скорее, это сорняк, который укореняется в каждом органе грудной полости. Даже если удалить эмбрион, эта самая плацента, она словно раковая опухоль. Органы начнут выходить из строя один за другим, и тогда... Вы просто умрете. Уинтер, выруби его. О, Нил, я больше не могу. Как жарко. Эй, Белла. Да, так, все в порядке. Просто... Закрой глаза. Вытащи того морпеха. Ты обещал. Вытащи всех с этой планеты. Ура и к черту. Обещаю тебе. Сулака, это 2-1. Есть новости. Вы меня слышите? Прием. О, Нил, куда вы делись-то? Как там Белла? Сулака,
Мы не выполнили задание. Субъект не выжил. Просим выдать условия задания по спасению заложника. Прием. Ты уверен? Да иди, чертов приказ! Вас понял, 2-1. Пленного морпеха ведут к бронемашине ВИЮ, это в самом комплексе. Вам нужно временно отключить электроэнергию, чтобы отвлечь внимание. Постарайтесь при этом не погибнуть. Обещать не будем. Конец связи. Я обещал Белли. Включена аварийная программа. Аварийная программа отключена. Далее следуют мои заметки о жизненном цикле ксеноморфов. Цикл начинается с ооморфа, или яйца. На этой стадии ксеноморф пребывает в спячке до тех пор, пока не почувствует угрозу. Если наличие угрозы подтвердилось, существо, которое к этому времени обрело облик членистоногого паразита, выходит из яйца. Его дальнейшая цель – найти и внедриться в тело подходящего хозяина. Внедрение происходит через ротовое отверстие хозяина. После завершения имплантации, замечу, что процесс длится около часа, паразит умирает, а хозяин чувствует себя нормально. После короткого инкубационного периода полностью сформированный ксеноморф выбирается из хозяина наружу через грудную клетку. Для хозяина этот процесс фатален. Так, мы на месте. Тут не военные, а ученые. Если вдруг бросятся на нас, валите, не раздумывая. Зайду с фланга!
Валим их быстро и тихо. Главное, никого не подпускать к сигнализации. Отчет о вскрытии доктора Дэвида Хейла, специалиста по инкубации. Дэйв... Доктор Хейл стал хозяином для паразита ксеноморфа. Это произошло вчера после разгерметизации изолятора. После ожидаемой смерти паразита я, пренебрегая рекомендациями моих коллег, предпринял попытку извлечь зародыш ксеноморфа из тела хозяина. Моя попытка провалилась. Оказалось, что плацента ксеноморфа имеет злокачественную природу, и поэтому извлечение паразита приводит к неминуемому летальному исходу для хозяина. Перед смертью он кричал. Это было сообщение доктора Стивена Хейла. Останови! Сулако, вы слышите? Это не значит переступить черту, это значит начертить новую.
Валим их быстро и тихо. Главное, никого не подпускать к сигнализации. Машина! В укрытие! Выстрелы тут не помогут! Нужно найти другой способ! Нужен враг! Ты
Thank you.